Сегодня, присутствуя на вашем празднике, я вижу абсолютно счастливых людей. Счастливые родители, счастливые дети, педагоги тоже улыбаются. Здесь вот недавно говорили о том, что это грустный день, печальный. Да нет, все счастливы. Прямо чувствуется в воздухе атмосфера любви, добра и счастья. Я так полагаю, что такие эмоции вы испытываете, потому что ученики понимают и твердо уверены, что те знания, которые передали им педагоги, смогли их сформировать, они настолько успешны, что позволят сдать экзамены. Конечно, доля волнения, наверное, будет. Родители счастливы, потому что этап школьный заканчивается, что уже близится вот-вот поступление в заветное учреждение высшего образования. И сбудутся многие мечты родителей. Ну, а педагоги всегда счастливы за детей. Когда у них все получается, когда у них не получается, они тоже счастливы в том, что они могут еще им больше помогать. И поэтому сегодняшний праздник, он вот такой веселый, трепетный и счастливый. Конечно же, еще и в том он счастливый, что ребята понимают, что наконец-то они будут вступать во взрослую жизнь. Наконец-то они будут неопекаемы, они будут свободны, они сами за все возьмутся. Они сами будут принимать решения. И, конечно же, они этому очень-очень радуются. Ну, пожелаем им не разочаровываться. Пожелаем им сегодня удачи. Пожелаем, чтобы их дружба школьная была долгой-долгой. Чтобы они могли встречаться, вспоминать школьные годы. Школьная дружба еще нужна для того, чтобы и помогать, и поддерживать друг друга. Поэтому, ребята, вам удачи, большая благодарность и слова признательности педагогам, воспитавшим таких замечательных учеников, а также слова признательности и благодарности родителям, которые во всем и всегда поддерживают. Поэтому всем в добрый путь, удачи!